Ленинском районе Махачкалы ожидается отключение газа. В момент отключения на газопроводе высокого давления будут вестись ремонтные работы. С 9 до 17 часов 15 декабря без газа останутся жители поселка Новый Кихулай, улиц Сулакская, Абдулаева, Интернациональная, Строительная и Центральная. В целях безопасности «Газпром» газораспределение Махачкала просит абонентов заранее закрыть краны на газовых приборах. В Каспийске возобновлено строительство жилого дома по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Для молодых семей 7-го микрорайона города это стало настоящим событием, поскольку многоэтажный дом на 108 квартир начали строить еще в 2006 году. Также, согласно реализуемой программе, в 2016 году будет завершено строительство домов для молодых семей в городе Кизилюрт, Хасавюрт, Кизляр и еще одного дома в Каспийске. В связи с проведением ремонтных работ на участке федеральной трассы Астрахань-Махачкала в срок с 21 ноября 2015 года по 1 июля 2016 года будет введено временное ограничение движения. Проводимые мероприятия позволят значительно улучшить транспортно-эксплуатационное состояние участка федеральной автодороги, а также повысить уровень безопасности передвижения. До конца года в Дагестане планируется ввести еще около 4000 мест в детских садах. В настоящее время система дошкольного образования республики насчитывает 765 учреждений, которые посещают 89 386 детей. За счет средств республиканского бюджета планируется строительство еще 6 объектов на 690 мест. На решение проблемы очередности в детские сады необходимо ввести еще порядка 15 тысяч мест на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. В Большом зале Русского театра прошло праздничное представление, посвященное 80-летию Лакского государственного музыкально-драматического театра имени Ифинди Капиева. В торжественной обстановке актеры и работники театра были награждены памятными подарками и почетными грамотами. Праздничная программа продолжилась фрагментами из лучших спектаклей театра, а в перерывах между ними для собравшихся прозвучали лакские народные песни.